Всем привет, я сейчас на пляже Дадунхай. Сегодня 5 сентября 2019 года. Ветер, правда, дует, но хочу снять на видео и подключить VPN, и через Wi-Fi наш отель загрузить на YouTube, если получится. Вот так вот выглядит пляж Дадунхай. Приезжайте, пацаны, сюда. Видите, тут девчонки у нас красивые имеются. Холостые. И вот такая погода у нас сегодня. Давай, разбег на рубль. Заплыв на миллион. Наверное, шума будет очень много. Вот такая вот у нас погода. Видео снимаю как есть, без монтажа, просто включил камеру и запустил. Если получится сегодня загрузить, посмотрите, какая сегодня погода на пляже Дадунхай 5 сентября 2019 года. В принципе, нормальная погода. Боюсь, что, блин, шума будет. Фиг знамо сколько. Потому что ветер сейчас дует. Зато дождя нету. Говорят, дожди были до нас. Я уже покупался, здесь классно. Кстати, очень удобно здесь купаться, камни не бьют по ногам. Если вы чуть-чуть туда пройдете, там немножко камни есть, вот в той стороне. Если волны есть, лучше там не плавать там. А если вода будет спокойна, то без разницы где. Как вам, девчонки, пацаны? Пишите комментарии, как вам погода на этом замечательном пляже Дадунхай, остров Хайнань. Китай — это класс, мы еще нигде не ходили, но судя по отзывам, я читал, классно, интересно. Я думаю, кто собирается сейчас поехать на остров Дадунхай, ой, на пляж Дадунхай, остров Хайнань, Китай, то многим будет интересно посмотреть, какая на данный момент сегодня погода. Или, возможно, даже кто собирается прийти на пляж, будет интересно посмотреть это видео. Я, наверное, минут 10-15 попрыгал сегодня здесь, так кайфово вообще, обалдеть. Но чем дальше, тем будет погода налаживаться лучше и лучше, потому что сентябрь, он считается вообще сезон дождей. Но сейчас, по крайней мере, сегодня, как видите, дождя нету. Погода хорошая, ночью была 27. А днем где-то 32. Будет очень комфортно. Видео выложу как есть, ничего монтировать не буду. Чисто вот на телефон как записалось, так и скину его в YouTube. Если получится, по Wi-Fi скину все это дело. Боюсь, конечно, шума будет много, ветер будет сильный.
И вообще, кто собирается на остров Хайнань ехать, пишите комментарии. Кто здесь был, чего расскажите интересного, полезного в моем видео, или кто собирается ехать. Давайте лайки, комментарии пишите. Если кто еще не подписался, подписывайтесь. Если подписались, жмите колокольчик. И вам будет приходить давление моих новых интересных видео, прямых трансляций. Вы их будете смотреть всегда первыми. Надеюсь, качество с телефона получится хорошее. Единственное только, что ветер, скорее всего, будет, наверное. Вот видите, уже пришел товарищ, селфи делает. Меня снимает, какой я мужчина. Телефон белый, штатив розовый, прикольно. Мама, с детьми приезжайте. Смотрите, он, видите, как кайфует у моря. Вообще класс. Одно удовольствие. Правда классно? Время ориентировочно сейчас 13 часов по местному времени, по китайскому. Кстати, разница во времени у нас 5 часов. Если сейчас